Всем привет, меня зовут Крис Вандерфул. Если вы помните, в 2012 году я выпустил свой первый альбом «Music Followers номер один». И некоторые произведения из этого альбома очень шумели в интернете, есть миллионные просмотры. И сегодня я хочу сообщить, что я наконец-то этот альбом выпустил в печатном виде на физическом носителе, на компакт-диске. Выглядит он вот так. Значит, это уникальная будет коллекция. Она состоит из 50 дисков. Чем она уникальна? Значит, здесь вот белый квадратик, где я пишу номер диска. Здесь я ставлю автограф. И таких вот дисков всего 50. Стоимость диска 500 рублей. Написать мне можно в соцсети, либо на почту. Ссылки будут в описании. На прошлой трансляции, значит, я немножко рассказал про этот диск и сказал, что можно мне написать в сообщении, заказать. И, ребята, спасибо тем, кто поддержали меня. Сразу пошли заказы. Вчера буквально я отправил несколько уже дисков. Спасибо большое за поддержку. Увидимся на концерте, который мы уже стараемся организовать. Всем спасибо, пока.